С 2022 года реализовался проект по благоустройству городских территорий 100 дворов. Вместе с тем от жителей и кооперативов собственников квартир были собраны предложения. Однако не все жители желают постройки детской игровой площадки. Моя коллега Аружан Эркинбек вместе со съемочной группой побывали на одном объекте, где ведутся строительные работы детской площадки, и ознакомились с жалобами жителей. Подробнее в сюжете. Постройка данной стройплощадки находится по улице Николая Неверева. Жители дома номер 4 просят ответственных лиц остановить строительство стройплощадки. Чем же обеспокоены жители и что же говорят ответственные лица? Они расположены прямо впритык. Здесь собираются лавочки ставить. Детские площадки устанавливать. С нами никто не советовался. Когда здесь были прорабы, мы к ним подходили, просили, чтобы они передвинули в ту сторону куда-нибудь эти площадки. Но нас вообще никто не услышал. Мы здесь родились, выросли в этом доме. Вот четвертый дом Неверова, 4. Мы здесь испокон веков живем, можно сказать так. Но постоянно здесь, вот, чтобы бардаки были, мы этого тоже не хотим. У нас здесь и маленькие дети, и пожилые люди живут, как бы, и... Хочется просто, чтобы спокойствие было, но здесь этого не будет, если они здесь лавочки поставят и горки там. Я не знаю уже, куда еще идти жаловаться. Как ранее сообщили в отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Атрау, в 2022 году на реализацию проекта благоустройства 100 дворов в городе Атрау из местного бюджета было выделено 1 миллиард 37 миллионов тенге. В настоящее время активно ведутся работы. Как отмечают ответственные лица, чтобы решить данную проблему, жителям данного микрорайона нужно написать заявление. Ну, в рамках заказа все по проекту строится. То есть люди как бы против, но мы делаем только все для людей и для детей, конечно. И я даже не знаю, какие еще будут потребования. Вы хотите, чтобы люди с пониманием? Да, конечно, с пониманием. Мы же все для них делаем. То есть для детей, чтобы уже не играли где попало, но на дорогах специально отведенные места, где строим детские площадки, будут ограждаться полностью, будут строиться горки, тренажерные также, чтобы занимались как бы спортом и также и пожилые люди. Стоит отметить, что в этом году по городу Атрау в нескольких микрорайонах начато благоустройство 76 домов. В рамках разработанного проекта предусмотрено восстановление автомобильных дорог и пешеходных дорожек, установка детских игровых площадок и мини-футбольных полей. Строительные работы планируется завершить до конца текущего года. Аружан Эркинбек, Артур Батпанов, телеканал Атрау.